Здравствуйте! Ранее я знакомила вас с уникальными блоками автоматики российского производителя Unipump. Сегодня я представлю усовершенствованную версию модели Aquarobot TurboPress. Итак, зачем же нужен этот прибор? TurboPress позволяет обеспечить многофункциональное управление бытовыми насосами мощностью как до 1,5 кВт, так и до 2,2 кВт. Какими возможностями обладает TurboPress? Блок управляет работой насоса по давлению и потоку. С помощью расположенных на корпусе кнопок 1 и 2 можно задавать любые пороги давления под вашу систему водоснабжения. Настройка займет не более 2 минут. Разница между порогами давления может быть минимальной, вплоть до 0,5 бар. Для удобства визуального контроля предусмотрена световая индикация режимов работы. При возникновении сухого хода TurboPress отключит насос благодаря обратному клапану, встроенному в корпус. Под действием потока воды клапан открывается и подает сигнал на включение. При прекращении потока клапан закрывается и идет сигнал на отключение. Таким образом, при возникновении любых аварийных ситуаций, связанных с отсутствием воды в системе, насос всегда будет защищен. В случае угрозы избыточного давления свыше 6 атмосфер, TurboPress также отключит насос. Особенно актуальна такая защита, если вы используете блок в системах повышения давления. Что происходит дальше, если в системе аварии? TurboPress начинает производить пробные пуски длительностью 30 секунд. Сначала через 5, 20, 60 минут. Далее через 6, 12 и 24 часа. При появлении воды во время любого пробного пуска насос автоматически включается и переходит в рабочий режим. Если по истечении суток аварийная ситуация не разрешена, блок станет в окончательную аварию, но при этом насос абсолютно защищен. Вернуть блок в рабочий режим можно нажатием любой из кнопок или кратковременно отключить от электропитания. Кстати, TurboPress обеспечивает устойчивую работу насоса и при пониженном напряжении сети до 170 вольт. А теперь о важных изменениях в новом блоке. Датчик потока исполнен теперь совершенно по-другому. Турбину с магнитами заменило новое решение – обратный клапан. Это позволило обеспечить стабильность работы автоматики, особенно при взаимодействии с водой, содержащей значительное количество железа. Обратный клапан теперь разборный. Можно быстро и легко устранить любые загрязнения или отложения. Выход под гидроаккумулятор получил латунную вставку, что обеспечивает особую прочность соединения при монтаже. Кроме того, программа микроконтроллера блока функционально усовершенствована, что обеспечивает бесперебойную и безопасную работу насоса. И самое главное, TurboPress произведен в России, и его стоимость вас приятно удивит.